приветствую всех. Сегодня хочу показать самый простой, но тем не менее самый надежный способ, как привязать два крючка к леске или к нитке, но так, чтобы они не путались. Для удобства я взял два крючка большего размера, чтобы вам было лучше видно. Отрезок нити, в вашем случае там может быть леска, нужной вам длины, которая подходит вам для поводка. Берем крючок и пропускаем нить со стороны жала. Фиксируем свободный конец пальцем. Та часть, которая осталась длинная, обматываем вокруг крючка 5-8 раз. Пропускаем нить в ушко крючка. Вытягиваем свободную часть. И затягиваем. Все, первый крючок у нас привязан. Пропускаем нить во второй крючок, но уже не со стороны жала, а с противоположной ему. Приблизительно смотрим расстояние, которое вам нужно, и оставляем на этом уровне. Все точно так же. Фиксируем пальцем первую часть и обматываем вокруг крючка 5-8 раз. Подтягиваем. Вот и все. Обрезаем остаток. И у нас готовый поводок на два крючка, которые никогда не будут запутываться. Ну что, друзья, на этом все. Всем удачи, хорошего дня.